Привет, ребят, девчат, надеюсь, все ништяк. Перед тем, как показать закрома Родины, хочу пригласить вас на стримы с Евро. Мы с сыном замутили новый канал, называется Best Football Tactics на данный момент. Может, будет другой. Ссылочка в описании. Подпишитесь, поддержите пацана. Уж больно очень хочет заниматься аналитикой. Так, ну что, слюни прям текут. Пивка сейчас надо открыть. Что у нас здесь есть? Откроем. Закрома Родины. Вот крупнокалиберные такие Хайникен. Очень хорошие бутыльменты. Стелла Артуа, Фрюх. Дальше, сейчас я ниже опущусь, покажу. Это какой-то американизм. Ну, что-то местное наверняка. Райнхайст. Наш, на наш, в нашем офисе работает чувак, новый, ну, где-то полгода, может быть, чуть больше. Классный чувак, у него жена работает в Райнхайст. То есть им дают, выдают натурально все. Но настолько много, что он приносит, ну, в смысле, не домой, и в офис хватает на всех. Дальше что у нас есть? Калсберг, там какой-то, по-моему, темная Стелла Артуа. Что-то не так сильно зашло, но пока лежит. Калсберг Фрюх. Фрюх — это отдельная история. Варштайнер тоже темный. И, конечно, Стелла Артуа. А вот та темная Стелла Артуа тоже. О-о-о-о-о! Так что, ребятки, жду вас на канале. Мы ждем вас на канале. Будет Евро, будет фан. Давай!